Воздушные силы ВСУ адаптировали американские противорадиолокационные авиационные ракеты AGM-88 HARM для применения с истребителей Су-27. В сети появилось соответствующее фото. Ранее было известно, что эти ракеты использовали только украинские боевые самолеты МиГ-29 советского производства. Американские ракеты AGM-88 HARM предназначены для поражения радаров. В прошлом месяце стало известно, что Соединенные Штаты помогли адаптировать высокоскоростные противорадиолокационные ракеты HARM для истребителей МиГ-29 воздушных сил ВСУ. Об этом рассказал заместитель главы Пентагона Колин Каль. В начале августа начали появляться первые сообщения о поражении российских позиций ракетами AGM-88 HARM, но тогда не было известно, с какой платформы украинские военные применяют американские ракеты. 24 августа Колин Каль дал ответ на этот вопрос. «Мы предоставили украинцам некоторые ракеты HARM, и мы адаптировали эти ракеты, чтобы они могли стрелять из МиГ-29. Они, конечно, не были предназначены для того, чтобы применяться из такого оборудования. Они были предназначены для установки на наших самолетах, и украинцы в последние недели с большим успехом использовали ракеты HARM, чтобы вывести из строя российские радиолокационные системы. Теперь наши тяжелые истребители Су-27 могут поражать российские радиолокационные средства из состава зенитно-ракетных комплексов С-300 или С-400, самоходные ЗРК и ЗРПК, такие как ТОР, Панцирь С-1 и БУК, а также обзорные РЛС противника на разных участках фронта. AGM-88 High Speed Anti-Radar Missile — это высокоскоростная противорадиолокационная ракета, способная наводиться на высокочастотные РЛС. Ракета HARM вычисляет расположение цели и способна поразить даже выключенную станцию. Последние модификации предназначены для поражения РЛС с изменением рабочих частот. В целом ракета AGM-88 HARM рассчитана на использование с американских и некоторых европейских самолетов. Но теперь ее запускают из истребителей советского производства, которые стоят на вооружении Воздушных сил Украины. Спасибо за просмотр. Слава Украине!